Я приветствую всех на своем канале. И давайте начнем сегодня ролик, посмотрим, какое сегодня число. Итак, 17 декабря 2019 года. К чему я это? Смотрите, это леса Подмосковья, и у меня грибная находка. Зимняя пята, фламулина бархатисто-ножковая. Практически осталось 2 недели до Нового года, 2020 года, а зимние опята еще попадаются. Так что грибной сезон еще не закончен, и в лесу еще можно найти грибы. Вот такая вот грибная красота, смотрите. Люба-люба. И вот эти грибочки, давайте я попробую дальше показать. Может, увидите, приблизим камеру. Не, против солнца снимаю. Там еще буквально где-то 3,5-4 метра еще растут маленькие зимние опята. Ну давайте, пользуясь своей традицией, как всегда, я 1, 2, 3 грибочка всегда съедаю в сыром виде. Эти грибочки можно кушать в сыром виде, ничего страшного нет. Я уже, вот смотрите, навел камеру, вот маленький еще вылез. Я считаю, что это 4-я даже, наверное, волна уже зимних опят в Подмосковье. И эти грибочки только вот недавно появились. Сейчас температура плюс 2 градуса, так что оттепель такая стоит. И я уже как бы поразмыслил, что есть шанс встретить зимние опята. Так, давайте попробую все-таки приблизить и показать. Вот буквально, наверное, около 4 метров. Смотрите, фламулинушка растет. Вот только выросла. Так что зимние опята в лесу есть. Есть грибная находка. Смотрите, этот гриб называется дрожалка оранжевая. Растет он на осине. Да, осина. Упавшая осина, ветка уже погибшая. Гриб-паразит. Растет на грибнице других грибов. Не знаю, конечно, какая здесь грибница других грибов, но факт есть факт. Смотрите, сейчас в данный момент этот гриб желтого цвета. Когда уже более взрослый, он становится желто-оранжевый или в оранжевый цвет. Гриб своеобразный, такой желеобразный. Я его пробовал, делал салатик. Ну, интересно, интересно. Очень красиво ему красить салат. Такого желтого или оранжевого цвета уже. Он оригинальный, конечно. Такой вкус холодца, безвкусный, но своеобразный, своеобразно. Попробовать можно. Не в большом, конечно, количестве, я думаю, в сыром виде. Нашел интересное место. Место интересно тем, что здесь можно увидеть 3 волны зимних опят. Смотрите, вот на этом дереве, вот это, скорее всего, первая волна зимних опят, которая уже полностью сгнила, где-то в конце октября была. Это вторая волна, уже в ноябре появилась. Зимние опята, фламулина бархатистоножка. Кстати, они в хорошем еще состоянии, их даже можно взять. Они так немного суховатые просто, но они хорошие. Твердые, упругие. Давайте вот самый крупный даже возьму, срываю. А вот прям веточка эта. А какая красота, ребят. Люба-люба. Но самое интересное, что это практически новогодние уже грибы. Осталось совсем немного до Нового года. Так, и вот смотрите, а это уже, я бы сказал, новогодние грибы. Вот смотрите, лед. А вот они вылазят. Это вот, по моим подсчетам, 4-я волна зимних опят. Вот так ходил вот в лес. Ага, вот они появились. Смотрите, какой пучок прям. Давайте убираю. Вот они, вылазят. Новогодние зимние опята. Вот идет грибница, кстати, вот они, нити. Вот эти вот, вот нить. Это идет грибница. Так, где-то я еще видел, ребят, давайте посмотрим. Так, поваленное дерево, осина. Вот, вот, смотрите. Молоденькие. Да, прямо только выросли. А, конечно, хочется кричать, я просто поражен. Зима, зима, и собираем грибы. Круто, круто. Так, сейчас я направляюсь все равно в сторону вырубки. И сейчас там посмотрю. Там уже у меня проверенные места. И там я надеюсь найти еще зимние опята. Может быть, даже найдем дрожалку оранжевую. Но в любом случае, вот если захотите, уже, наверное, на супчик так... Может, без фанатизма, но насобирать грибы можно. Красота. Так, продолжаем сбор. Интересная очень находка. Даже очень удивлен, как этот гриб мог появиться. Смотрите, зимний опенок. Снег лежит, здесь вроде бы мох.
зима, декабрь месяц, Новый год уже скоро, еще раз повторяюсь. И растут зимние опята. Вот, смотрите, вот этот грибочек, он просто идеальный. Он просто хороший. Смотрите, он только появился. Да? Я просто поражен. Природа творит чудеса. И вот они, смотрите, вылазят. Давайте попробуем приблизить. Может, камера передаст эту красоту грибную. Вот они. Люба, Люба, блин. Снег и грибы. Красота. Вот она. Люба, Люба, ребят, очень красиво это все наблюдать. Снег лежит, грибы растут. 2 недели до Нового года 2020, а природа творит чудеса. Нашел грибы. Еще толком не смотрел, но как факт, что это может быть галерина каймленая. Давайте посмотрим этот грибочек. Такой длинный. Да, это галерина каймленая. Ядовитый гриб. Шапочкой можно вот сверху спутать с ламулиной бархатистоножкой. Очень сейчас они похожи, особенно шапочки. Ножку-то вряд ли. У галерины каймленой здесь белый такой налет. А у ламулины бархатистоножковой ножка черного цвета. Ну, сам факт, что, вот, смотрите, 17 декабря галерина каймленая еще растет. Вот, смотрите, белый налет, как я говорил. Давайте сейчас я возьму. Здесь хорошо видно. Вот он, белый налет на ножке. Да, грибы попадаются. Вот еще этот гриб растет. Так, большой такой экземплярчик. Да, вот шляпочку очень легко перепутать. Сейчас надо будет руки сполоснуть. Шляпка вот очень похожа на зимние опята. Особенно вот на вырубке. Они тоже в такие становятся в темный цвет, в коричневый отдают. Вот желтизна фамулины. Очень опасный гриб. Ну, уже многие об этом знают, но все равно. Сам факт, что я вот нашел его практически за 2 недели до Нового года. Есть грибная находка. И, ребят, я до сих пор не могу поверить, что сегодня 17 декабря 2019 года. Давайте еще раз я покажу, что я не обманываю, что я грибы собираю 17 декабря 2019 года. 2 недели до Нового года. И вот смотрите, какая грибная находка. Вот эти грибы, зимние опята, они только появились. Они буквально вот пару дней назад. Здесь хорошо. Получается, они укрыты так листвой. Как бы от морозов, от ветра. Здесь такая хорошая влажность. Нету снега, и вот эти грибочки только, ребят, появились. Еще раз говорю, смотрите, какая красота. Просто лепота. Я не верю этому, я не верю. Такой большой пучок. Небольшие, конечно, я не скажу, что здесь прям много грибов. Но сам факт, что 17 декабря можно ходить собирать грибы, это, конечно, круто. Это очень круто. Давайте полюбуемся этой красотой грибной. Снег лежит. И вот они, зимние опята. Леса Подмосковья. Люба, Люба. Красиво. Когда кругом уже все серое. Вот смотрите, серое, да, кое-где еще зеленая травка, кстати, есть. Давайте посмотрим, какая сейчас температура у нас здесь. Плюс 2 градуса. Вот он, дождик нарисован, да. Ну, дождь со снегом. Когда заходил, конечно, дождика не было. Прямо сейчас, конечно, не айс. Но сама вот эта красота, конечно. Я уже здесь 5 минут нахожусь. Любуюсь этой красотой. Торопиться некуда. Надо отдохнуть от городской суеты, поддышать свежим воздухом. Лепота, лепота, ребят. Давайте сорвем, посмотрим. Вот этот пучочек. Можно ножиком, ну ладно. Ух ты, ух ты. Люба, Люба. Люба, ребята. Так что поддержите пальчиком вверх это видео, кому не жалко, кто понимает меня, как найти грибы, это большое удовольствие. Но удовольствие найти еще перед Новым годом, это вообще вдвойне и втройне, наверное, больше удовольствия. Красота. Красота, ребят. Так, давайте еще посмотрим. Так, телефон бы не забыть, сейчас так оставим. Вот здесь посмотреть еще вот это вот. Смотрите, она завалена, получается, ветками. Здесь идеально бы тоже, конечно, грибочком появиться. Не, здесь нет, ребят. Хотя. Вот он, грибочек. Ну, один. Такой нас не устраивает.
Люба. Так, а может быть, тогда в прямом эфире. Так, далеко не будем отходить, еще посмотрим. Так, давайте вот сюда. Вот сюда что-то, мне кажется, желтое вижу, ребят. Так, давайте подойду, посмотрю. Опаньки. А это дрожалка оранжевая, ребята. Вот она, замерзшая дрожалка оранжевая. Люба, вообще я довольный сегодня. Вот это да, вот это я сходил в лес за грибами. Ну, конечно, здесь можно ковырнуть ножом, вот эти вот, смотрите, взять, салатик бросить. Очень красиво украшается этим салат. Полезный гриб. Ну да, в таком замороженном состоянии, но, по сути дела, ничего страшного в этом нет, если взять. Собирать лучше в баночку. Посмотрите предыдущее видео, я ходил за дрожалкой оранжевой, собирал эти грибы. Как же меня выручает эта вырубка? Всегда, когда хочу найти грибы, прихожу сюда, и грибной результат всегда есть. Смотрите, фомулина бархатистоножковая, два таких небольших пучка зимних опят. Люба. Ух ты, спрятался куда? Прям льдом его накрыло здесь. В расщелину. Ну-ка, вылази, друг. Вот они. Красота, ребят, красота. Ну что, еще немного погуляю и буду направляться в сторону дома. Показываю грибную красоту. Пенек. Здесь вообще как каток, можно кататься на коньках, скользко. Лед прям. Вот они. Зимние опята. Люба. Любуемся, ребят. Красиво. Лед, снег, оранжевое такое пятно. Фомулина бархатистоножковая. Вот он, какой пучок небольшой. Красота. Все-таки это, ну, я там примерно считал, это третья или четвертая зимних, волна зимних опят. Волна, я имею в виду, не то, что там какой-то прям таки много вал таких грибов идет, а вот одни грибы отходят, другие появляются. Вот это третья или четвертая волна уже зимних опят получается. Давайте полюбуемся еще разок. Красиво. Так. Этот, ух ты, я не знаю, было в чем. Сейчас, подождите, ребят, давайте ножик достану. Это вообще интересно, вот он получается пробивается через лед, этот гриб. Вы, наверное, сейчас не видите, но я вам покажу. Сейчас ножик достану. Вот он. Вот он. Проламывается через лед. Да, грибы эти творят чудеса. Вот все-таки вот я считаю, свойство какое-то у них есть волшебное, назовем так, ну не знаю так, как говорится, что они имеют свойство профилактики раковых заболеваний, как содержит природный антибиотик. Все-таки я считаю, что это есть. Может, вот такие творить чудеса, пролавываются через лед, когда морозы, перепады температур, и эти грибы все равно растут. Это, конечно, очень-очень интересно. Кстати, здесь тоже какой-то гриб. Это, наверное, трутовик, скорее всего. Так, вот так камеру. Да, скорее всего, трутовик. Вот она, вырубка, которая находится в глубине леса. Где-то около километра. Может, чуть больше. И вот смотрите, ребят. Может, тоже видит? Внимательно смотрите на желтое пятно. Дрожалка оранжевая. Люба. Вот она. Сантиметра, наверное, так, я думаю, 3. Так, камера сейчас наведется. Нагнул я веточку поближе к себе, и вот сейчас мне удобно ее снимать. Рядом, кстати, вот смотрите, дрожалочка совсем маленькая вот растет. И этот сантиметра, наверное, 3. Такой хороший экземпляр уже. Его можно взять. Дрожалка, смотрите, потому что она дрожит. И форма такого холодца, желеобразная. Нажимаем, и в такую же форму этот гриб становится. Хороший экземпляр, кстати. Красивый гриб. Для меня это новый гриб. Я открыл его в этом году. Начал собирать, кушал, делал салаты. Так что посмотрите видео, у меня будет ссылочка ниже. Делал салат. Очень красивое украшение к столу. Вот она, красота. Хотел сходить еще на одну вырубку. Здесь, по идее, так недалеко, но сейчас очень быстро темнеет. Время около 3 дня.
Еще, наверное, сейчас минут 40, и здесь вообще будет темнотища. А тут я как бы нахожусь все равно в глубине леса. Так-то не очень-то приятно ходить-то, знаете. Вот. И вот так визуально смотрите, уже в лесу темно. Вот. Но я оставляю за собой еще шанс, не шанс, наверное, попытку сходить. Может быть, там через недельку, ближе к Новому году, еще на эту вырубку, на другую, посмотреть, что там. Может быть, грибная фортуна и там улыбнется. И что-нибудь интересное найду. Ну, главное, чтобы была такая вот температура, как сейчас, плюс 2 градуса. Еще раз напоминаю, это леса Подмосковья. Идет такой дождь со снегом. Практически на выходе уже из леса. Вот она, идет дорога. Здесь мне, наверное, осталось 200 метров пройти, уже будет поле. И вот, смотрите, поваленное дерево. И зимние опята. Вот еще. Да, ребят, не думал я, что на Новый год уже практически можно собирать грибы и ходить. Люба, красота. Так, а здесь что у нас? Ага, слушайте, а это дрожжалка оранжевая, смотрите, какой большой. Ой, сколько ее здесь будет много. В следующем году надо будет обязательно сюда прийти посмотреть. Прям вообще замечательно. Люба. Вот это да. Гриб-дождевик. 17 декабря 2019 года. Вот такие вот мне находки. Ну что, давайте фейерверк сделаем в преддверии Нового года. Осталось тоже практически чуть-чуть. Вот она растет, дрожжалка оранжевая. Здесь поваленная. Так, это елка, да. Кстати, дрожжалка растет и на лиственных деревьях, и реже на хвойных. Но, кстати, я больше, наверное, находил на хвойных деревьях, особенно на вырубке. Так, и вот здесь, смотрите, грибы. Дрожжалка оранжевая. Ну, здесь пока это маленькие экземпляры, но сам факт, что 17 декабря можно находить грибы, это, конечно, фантастика. Фантастика просто, ребят. Так, направляюсь в сторону, ребят, дома. Так что поддержите мое видео, кому оно понравилось, пальчиком вверх. Оставляйте комментарии, кто что думает о моем походе. У всех ли удавалось когда-нибудь перед Новым годом насобирать грибы? Вот. И подписывайтесь на канал, кто не подписано. А у меня всегда есть такая традиция в конце ролика. Желать всем грибной удачи. Пока, ребят. Все, выхожу из леса. Вот оно поле, которое надо перейти. Мне эта машина стоит. И вот смотрите, напоследок меня радуют грибы. Это дрожжалка оранжевая. Вот смотрите, на веточке растет. Вот он, гриб этот. Попробуем сломать веточку аккуратненько. Так, опаньки. Все, вот она. Дрожжалка оранжевая меня провожает из леса. Вот такой вот находкой. Люба, красиво.